Старые светильники заменят на новые энергосберегающие, а там, где всегда было темно, появится свет. В республику пришло уже 190 новых ламп. Первую партию новых светильников установят в Кызыле. Выполняются работы по городу Кызылу. То бишь это придомовое освещение, ну и уличное освещение. Это Красноармейская улица, Дачная, Калинина, Кичиола, Уржакалап, Санчапа. И придомовое освещение, то есть это Кочетово, ну, центр города Ленина, Гагарина, Калинина, Уржакалап, Санчапа. То есть придомовое освещение надподъездное. Большой плюс в этих лампах то, что в них больше световой поток, и они уже проверены самыми суровыми морозами. Так что можно надеяться, что жесткий минус они не отключатся. Еще один большой плюс – при такой же светоотдаче потребляют в два раза меньше электроэнергии. Также в скором времени поступит вторая партия светильников в количестве 360 штук. Они будут установлены в разных районах республики. Деньги нашли благодаря ходатайству в РИО главы Тувы Владислава Хавалыга и депутатов партии «Единая Россия». Из федерального центра республики выделили 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги сделают ремонты в школах и больницах, положат новый асфальт или заменят освещение. Будет также продолжена работа, то есть это непосредственно будет район у нас. Это Чехолит, Схем, Самогалтай, Сукпак, Хандагайты, Разин, Агдаурак, Шаганар, Сукаксы, Торахем, Мугураксы, Кунгуртук. Первую партию как бы распределили так, что пока не отправили, чтобы начались какие-то работы выполняться. То есть поэтому пока отправили 190, по городу будет 106 штук. Город установит и, соответственно, переходит на районы. На некоторых улицах Кызыла уже установили светильники, например, на улице Дачная. По условиям контракта подрядчик «Энергосервис» должен завершить установку всех светильников в течение сентября. Всего в Туве будут установлены 550 новых ламп. Сумма контракта составила более 11 миллионов рублей. Новые фонари помогут снизить аварийность в городе и значительно сэкономить на освещении улиц. Инна Клоян, Владимир Стюртук, Мирана Иргит, Тува-24.